приглашается к Екатеринбург. Приглашаем на сцену абсолютную категорию. 8 атлетов. По диагоналям разводить их не надо, необходимо их построить в одну линию. Здесь как бы сравнений дополнительных в абсолютке не предусматривается, поэтому давайте посмотрим по порядку номеров наших атлетов и выясним, как скажете, да. Два шага вперед, пожалуйста, господа. Два шага вперед. Просто Сазонов два раза шагнул и оказался на 3 метра длиннее, чем остальные. Это же нам не фит-модель. Ну что, хороший свет, все в порядке, судим. Прошу поприветствовать категорию, вот, собственно, и мой соведущий. Дорогие друзья, давайте посмотрим на абсолютное первенство. Победитель своей категории, 8 лучших спортсменов турнира чемпионата России, оспаривает звание абсолютного чемпиона. Невероятно важный, интересный момент. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что каждый из спортсменов завоевал победу в своей категории. Это лучшие участники нашего чемпионата, лучшие культуристы России. Я не знаю, по какой схеме будет проводиться судейство. Обычно, как вы знаете, выбирается пятерка сильнейших, и после этого спортсменов сравнивают, но я думаю, что это было бы наиболее разумно. Спиной к судье, двойной лице сзади. Спасибо, широчайший. Спасибо, трицепс сбоку с любой руки. Ну, кого бы вы выбрали в пятерку сильнейших? Кого бы вы отобрали? Спасибо, мышцы пресса и бедра. Ну, если посмотреть, второй слева, четвертый слева. Ну, безусловно, самый спасибо, большой господа, парень, третий справа и второй справа. Вот хочу я бы четверых отобрал. Владимирович, что же скажет президент, будут перестроения? Будут. Но я не сужу, поэтому хорошо. Мое мнение пока сегодня мнение не учитывается. Давайте поаплодируем нашим атлетам, давайте их поддержим. Они, собственно, борются за самый главный титул абсолютного чемпиона.
заниматься здоровым образом жизни, заниматься собой, заниматься бодибилдингом, посещать фитнес-клубы. Всего доброго. С вами был Александр Назаренко. До новых встреч. Пишите, что вас заинтересовало, какие косяки у меня были. Мне всегда любопытно и весело их читать. Хорошего вам настроения. Всего доброго. Большое спасибо, ребят. Просьба вернуться на сцену. Сейчас мы узнаем, кто станет абсолютным чемпионом России 2018 года. Прежде чем мы узнаем, кто станет абсолютным, необходимо вручить приз «Прогресс». Это тоже важная часть. У меня такое ощущение, что, в принципе, мы можем это сделать, да? Александр Владимирович Вишневский уже на сцене, и мы знаем, кто будет этот человек. Спрогрессировавший очень и очень сильно. Александр Владимирович, может, микрофон в руки? Дорогие друзья, я рад объявить, что приз «Прогресса» достается вашему земляку Михаилу Сазонову. Аплодисменты!
Ну и прежде чем мы назовем, кто же станет абсолютным чемпионом, необходимо вручить приз за командное первенство. Третье место, бронзовая медаль. Да? Третье место. На сцену приглашаю Андрея Морозова, президента Федерации бодибилдинга Красноярского края. Третье место, командная сборная Красноярска. Давайте поаплодируем, это блестящий результат. Абсолютно великолепный. Очень много медалей, очень много золотых. И действительно достойная форма. Нельзя не отметить прогресс в командном первенстве. Александр Владимирович, командное первенство вручаем. Третье место, команда Красноярска. За второе место на чемпионате России 2018 года хочется поздравить команду Москвы. Давайте поаплодируем президенту Федерации бодибилдинга Москвы Олегу Макшанцеву. В упорной борьбе сборная Москвы занимает второе место. Какая разница в сумме баллов? Сейчас спросим. Командный кубок будет вручен после проверки результатов и протоколов на банкете, сказал президент. Ну, кто первым стал? Даже не знаю. Санкт-Петербург стал первым. Разрыв в баллах очень небольшой, 4 балла. Ну, как-то так. Четвертое место заняла команда Омской области. Пятое – Алтайский край. И шестерку замыкает челябинская команда. Ну что ж, объявляю результаты. Восьмое место в категории «Абсолютное» занял Брюхов Игорь, Хмао Югра, номер 51. Седьмое место – Мельгунов Олег, Санкт-Петербург, номер 313. Шестое место – Салимов Усейн, Севастополь, номер 613. Пятое место – Поличук Андрей, Красноярский край, номер 349. Четвертое место – Ващенко Павел, Москва, номер 552. Третье место – Гусляков Олег, номер 178. Давайте попросим еще пару поз. Двойной бицепс спереди. Широчайшие. Спасибо, бицепс сбоку с любой руки. Спиной к судьям, двойной бицепс сзади. Спасибо, господа. Одинаковую сумму баллов набрали эти два атлета, но больше первых мест сегодня абсолютным чемпионом становится Мартынкин Александр, Санкт-Петербург. Спасибо вам, господа, спасибо, что болели, спасибо, дамы, спасибо вам. Хочу фотографию с чемпионом.
Михаил, поздравляем с призом прогресса. Спасибо, Роман. Да, большое достижение, действительно. И очень обидно, что ровное количество баллов и второе место. И, честно говоря, ставил на первое, потому что масса решает. Ну, впечатления первые, буквально со сцены, первые секунды. Я, в принципе, результатом доволен. Даже более доволен, скорее всего, формой. Ну, судьи решили так. Ничего страшного. Для меня это только мотивация. Ничего от этого не изменится. Я дальше буду пахать. И я думаю, что рано или поздно я заберу этот титул. Если это случится в ближайшее время, то какие дальнейшие шаги? Дальнейшие шаги. Сейчас еще у меня 3 старта в этом сезоне. Их отвыступаю и буду уже думать, каким сезоном заняться. Осенним или весенним. Поэтому вот так вот. Ну, в будущем куда-то переходить планируешь? Какие-то пролиги или элитлиги? На самом деле, многие спрашивают уже, что я забрал прокарту. И я, если честно, оставил это все на конец сезона, когда отвыступаю с трезвой головой. Все, сяду, я обдумаю. Сейчас пока не готов об этом говорить. Не знаю. Нету понимания. Спасибо еще раз и прекрасная форма. Спасибо, спасибо большое. Со свежими мыслями и комментариями к результатам. Опять Питер? Опять обвинят в том, что вы лучше? Не знаю, кто-то обвинит, кто-то похвалит. Ну, если говорить про абсолютку, тут, конечно, было очень спорно, и мнения реально разделились, набрали одинаковое количество баллов. Кому-то нравится, естественно, спортсмен, который крупнее, габаритами. Вот. Ну, тут действительно, так вот было действительно одинаковое количество баллов, но сумма первых мест перевесила у Мартынкина Александра. В целом чемпионат очень понравился. Спасибо за это Федерации бодибилдинга Красноярского края и, конечно же, Денису Киюцину, который помогал и вложил душу и средства финансовые. И, на мой взгляд, все получилось. Яркая сцена, красивый зал, выставка перед входом в зрительный зал, активности со зрителями. То есть приятно, что появляется вот новое поколение такой креативной молодежи, так скажем, да, которые вносят что-то новое в наше шоу, добавляют какие-то элементы шоу. Вот считаю, что Денис Киюцин, он двигается в правильном направлении. Не зря его турнир Siberian Power Show набирает обороты. Но хочется пожелать только Денису Киюцину удачи и дальше. И надеюсь, что это не последний чемпионат России в Красноярске. Ну и вопрос, который не может не волновать, наверняка сейчас на банкете будут обсуждать судейство, там не тот, здесь не то. В целом, какова может быть оценка всего судейства по чемпионату? Ну, это надо пообщаться с представителем судейской коллегии Владимиром Литвиновым, да. Были, конечно, спорные моменты, но это почти на каждом чемпионате, все-таки у нас такой субъективный вид спорта, да. Мы стараемся по максимуму сделать его оценки максимально объективные, но насколько это получается, потому что сидит 9 судей, естественно, мнение их может немножко расходиться. Но в целом, вот если говорить про сегодняшний день, бодибилдинг, на мой взгляд, в целом явных таких вот, чтобы бросалось в глаза, что вот человек первый, ну, вроде как недостоин, такого прямо явного не было. То есть, на мой взгляд, все места, призеры были расставлены адекватно. Спасибо большое, спасибо нашим зрителям. Да. Всего доброго. Не ожидал.
Не ожидал, на самом деле. Надеялся побороться, знал, что форму делаю хорошую. Ко всем, в принципе, стартам, как обычно, мы с тренером делаем. Но, тем не менее, первого места, конечно, не ожидал. Но в глубине души где-то надеялся. У тебя очень приличные объемы. Даже я думаю, что если такая вот категория появится в Elite Pro, да, 212 фунтов, там, то ты бы там очень достойно выглядел. Но вместе с тем, твои личные впечатления от бодибилдинга, каким он должен быть? Большим или эстетичным, аккуратным? Вот, что ты любишь смотреть сам? Я сам люблю, когда сочетаются все параметры. То есть это мышечная масса, плюс дополненная большой долей эстетики и, конечно, симметрия. То есть я считаю, что и то должно быть, но всегда сам делаю упор именно на качество, на жесткость и на глубину мышц, которые у меня, в принципе, можно сказать, дана от рождения генетически. Но я это нарабатываю еще на тренировках, получается такой результат. Что в будущем? Что планируешь сделать сегодня вечером? Наешься на банкете или будешь еще держать форму? На банкет я билет не брал, потому что в 3 часа мы собираемся уже в гостинице внизу, и в 5 часов у нас вылет из аэропорта в Красноярске в Петербург. Кроме того, должен заметить, что я еду на турнир Гран-при в Екатеринбурге, где буду бороться за прокарту, собственно, по версии Elite Pro, поэтому объедаться мне точно сегодня нельзя. Поэтому чисто, возможно, чуть побольше риса, чуть побольше овсяной каши и все. Ну, тебя наверняка смотрят родные, поэтому у тебя сейчас есть возможность и время им передать какой-то привет. Сейчас будут тебе звонить, поздравлять. Вот скажи им в эфир все, да, что ты хотел. Да, я хочу сказать отдельное спасибо моей любимой жене Эльфие за то, что она понимает меня, поддерживает на моих сложных вот этих различных взлетах, падениях, диетах, массонаборах. Плюс тому хочу отметить, что он прекрасно готовит, и на самом деле сушка превращается в достаточно простое путешествие. Кроме того, хочу выразить огромное спасибо моему тренеру Борису Борисовичу Васильеву за помощь, поддержку, которую мне оказывает сети фитнес-клуб «Спорт Лайв», где я тренируюсь. Великолепное оборудование, великолепные коллеги, люди, все очень нравится. Кроме того, хочу выразить благодарность своим родителям, которые сейчас болеют, переживают за меня. Вот, наверное, больше, чем я сам, собственно, переживаю. Ну и своим друзьям, коллегам по работе. В особенность хочу выделить Сашу Приходько, моего друга из Самары Диму Шурмина и Антона Сироту, коллегу из моего зала. Всем огромное спасибо. Извините, если кого-то забыл. Всех люблю, уважаю. И на самом деле рад, что люди пишут мне в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Чем-то, возможно, помогаю улучшить их жизнь, смотивировать на что-то. Ну, в принципе, так мне и пишут, и это очень радует. Если повлиял на жизнь одного человека, значит, уже не зря этим занимаешься. Спасибо тебе большое. Отличная форма и успехов в Екатеринбурге. Спасибо, Роман, огромное. Спасибо. Постараюсь в Екатеринбурге показать свои лучшие качества и также, возможно, выиграть. Всем привет, спасибо. И до новых встреч. Всем привет, меня зовут Ольга Блохина, и я являюсь атлетом команды VIPLAB Nutrition, чемпионкой России, Арнольд Классик и Олимпии в категории фитнес-бикини, а также фитнес-моделью. И я представляю вам протеиновые батончики Low Carbs от VIPLAB с низким содержанием углеводов и клетчатки, которые отлично утоляют голод и являются полезной альтернативой сладкому. И у меня есть как минимум 5 причин выбирать батончики Low Carbs от VIPLAB. Первое – это компактный размер. Второе – это низкое содержание углеводов. Третье – это всего 1 грамм сахара за целый батончик. Четвертая причина – это 7 невероятных вкусов, мой любимый, кстати, кокос. А пятое – это 30 грамм белка в одном маленьком батончике. Эти батончики идеально подойдут для тех, кто, как и я, не могут отказать себе в сладком. А также это оригинальный перекус, который всегда удобно брать с собой. VIPLAB Nutrition.